Я снимаю, нахуй! Здорово, новый день, может быть, новая серия. Инстаграм у меня Мазайдейли, поэтому, ребят, буду всем там рад. Я там всем отвечаю, кстати. И сейчас день начинается с того, что я еду на Лещинского. Но не запчастями, а там пару дел решить, так сказать. Короче, погнали. Так, ребята, как вы можете понять, погода уже сменилась, время уже давно не то, которое было, когда я снимал начало этой серии. Это вот просто для тех долбиней, которые там вечно ноют, а как, а шо, а откуда, а отсюда. Я не снимаю всю свою жизнь, ребята, поэтому для тех, у кого недоумение, там, откуда и что у Мозаики есть, как вы можете вообще что-то судить, если вы не видите и не знаете всей моей жизни, не живете со мной и так далее. В общем, как вам правильно ответили мои же подписчики, меньше считайте чужой, больше будет своего. А я сейчас выдвигаюсь в Марио гараж, картонки, посмотрим, что у меня там ляпает в задней подвеске в бэшке. Да и в принципе переднюю тоже посмотрим, надо на всякий случай протестить, продиагностировать. Погнали. Короче, добрался к Тёмычу. У него тут вот так вот. Вот так вот. Непонятно на видосе, но тут насыпали прям камней, ого-го. Заезд как бы теперь получше стал, но, чтобы вы понимали, привезли больше, чем планировалось. Где-то вот настолько. Прикол. Куда теперь это девать, вопрос. Так, там какого-то демона выгнали из гаража. Бэшечка Бесси заехала на дощечке. Сейчас посмотрим, что с ней, с подвесочкой-то. Так. Пока выяснилось, стойка стаба, передняя, левая, правая хорошая, умененная. Одна новенькая, вторая не новенькая, нехорошо. Так, по жопке мы нашли, что у нас долбит. Тут даже видно, что щель такая интересная. Булькает? Халява булькает. Но. Булькает? А? А там что, мы булькаем? Не, больше, ну, вроде так, я не вижу ничего. Итак, ребята, короче, от Марио я уехал, нашли проблемку по мордочке, нашли проблемку по задней части автомобиля, точнее, его подвески. Короче, им надо купить скорее, поскорее стойку стаба. И по поводу задних амориков. Короче, позвонили Сереге, бывшему владельцу, уточнили, что стоят аморики от крузака 80-го, потому что они такие довольно-таки жесткие, чтобы тачка плотно сидела, хороший держак был и так далее. Короче, есть пару вариантов, но, наверное, варик, который будем делать мы, это подкинем время на задние аморики от 46-й, потому что у Марио лежат они, в принципе, в гараже ненужные. И мои снимем и отвезем, наверное, в полиуретан, закатаем в полиуретанчик, и будет красота и надолго. Да, может быть, станет чуть пожестче, но ничего в этом страшного нет. Для меня, ну, реально, тачка очень комфортная. Мягче мне точно не надо. Здорово, новый день. Не знаю, новая серия, не новая серия, но напоминаю про инстаграмчик Мозайдейли. Подписывайтесь туда, там тоже интересно. А я сегодня что, еду к стоматологу. Нужно подлечить зубик. Да, ребята, с этим лучше не откладывать. Ну, серьезно. Мы сейчас поворачиваем. Поверните налево. Налево. И там показывает нам, что тут сразу 4 экипажа. Прямо 2 километра. Я думаю, что не 4 на самом деле. Ну да, экипаж один, а отмечен 4 раза. Что за прикол? Короче, ребята, по зубкам ничего сегодня не сделал, кроме снимка. Это уже хорошо. А сейчас приезжаем и занимаемся дальше бэшечкой. Короче, еду к Игорю, аргонщику, которого я уже не раз был. Цель какая? В принципе, кстати, можно показать ему развал схождения, какое у меня, мне кажется, что у меня машина немного вправо тянет. А во-вторых, я хочу очень сильно, чтобы он мне там заварил снизу кулису, потому что ее немножко там сколхозили. Оно как бы уже ездит не первый год так, но я хочу сделать нормально. А у него есть аргон. Значит, мы сейчас, наверное, сделаем все правильно, если у него, конечно, будет свободное место на подъемнике. Вы можете не знать, но у Игорька тоже целый автопарк, намного больше, чем мой, не 3 машины. И смотрите, у него тоже есть бэшечка. Бэшечка, она тут что-то строится, у него еще и 46-я, но 46-я ему скучно. А вот 36-ю он будет делать какую-то приколюху с нее. И поможет заодно сейчас нашему малышу. Короче, по развал схождению, вот такая у нас тюнячка. Зачем-то это заварено, причем Игорь сказал, не первый раз такое видит. Кто может объяснить для чего, напишите в комментариях. Здесь шайбы нету, здесь должна быть конусная шайба, здесь вот. Ага. Вот такая, вот сразу говорю, шайба нужна здесь.
И, короче, а вот что беспокоит, это вот такая вот у нас тюняха. Где там наша фуриска? Короче, вон там вот сломалась. Видите, ребят? Оп! И вот так вот сделано. Можно заварить. А что, так можно было, что ли? Короче, вот так вот у нас. Ой, не видно, должно быть. Вот так. Блясь. А по факту так. Чик-чик-чик-чик. Сейчас сделаем, наверное. Втулочку тоже поменять надо будет. Короче, приводной ремешок. Здрасте. Срочно заменить. Так, короче, от Игорька уже уехали. Заехали еще к Егору, общему нашему знакомому с Денисом. Короче, он мне подогнал вот кнопочку стеклоподъемника. Ну, она такая же у меня и в люке. И теперь я могу пользоваться люком. И это круто. Прям давно хотел. Потому что до этого у меня кнопка работала только в одну сторону, на открытие, закрывать надо было чем-нибудь типа отвертки и так далее. Ну, именно тыкать прямо в кнопку. А сейчас кайф. Спасибо большое, Егорка, еще раз. Ребята улички, всем здорова. Сегодняшняя серия у нас будет про дрифт в липках, тренировочки, мокрые заезды, вся фигня. Мой инстаграм MazaiDaily, поэтому подписывайтесь обязательно, если вам не влом. А так, сегодня, короче, мы будем тестить читерскую тачку. Это тачка Ромы Болтрушевича. Тачка BMW E30 с мотором V8. Про то, что она читерская, ну, в принципе, это не моя инфа, это инфа как раз-таки от дрифтеров. Потому что они говорят, что она очень круто едет и очень круто управляется. Дима Русин взял эту машину уже у болта, у Ромки, в аренду для тренировок. И заодно, ну, они уже тренируются целый час, я сейчас приеду и подсниму вам, поснимаем дрифт тренировки. Намного.
Нету времени подснять вам про машину на самом деле, потому что трение, потом разбор ошибок, разбор полетов, снова трение и так далее. Но какая бы тачка крутая ни была, без прикатки такую сложную трассу пройти тяжко.